Следственно-оперативная группа опросила работников строительного магазина, а также просмотрела записи камер видеонаблюдения, которые находились в зале. Было установлено, что кражу совершил мужчина в возрасте от 55 до 60 лет. Злоумышленник взял с витрины лазерный уровень и положил его во внутренний карман куртки, после чего несколько раз прошелся по магазину и вышел из помещения. Задержать подозреваемого по горячим следам стало возможным благодаря своевременному обращению в полицию и полученным записям с камер видеонаблюдения. В ходе отработки полученной информации оперативниками уголовного розыска удалось в кратчайшие сроки обнаружить местонахождение и задержать злоумышленника. В результате был задержан ранее неоднократно судимый 57-летний сочинец, похищенное изъято и возвращено в магазин. Стоимость его не маленькая, 19 тысяч, то есть это зарплата, практически зарплата сотрудника. И все, конечно, очень стали переживать и принимать решение, что же нам делать. Мы обратились в нашу полицию и еще выложили, конечно, в интернет. Ну, спасибо. Настолько быстро оперативно ребята сработали. Большое спасибо полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Следствие продолжается. Полицейские не исключают, что задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений на территории города.